На одну сучасную дворовую пляцовку у Могилеве стало больше. Она разместилась у микрозоне по улице Чалюскинцев. Поводле проекта по добраупорядкованию и угод мира и створения областный центр набывает яркие локации для комфортного життя и бавления часу. Новая пляцовка стала местом притягнения жихаров разного возраста. Урочистості мікрозони розпочалися відкриттям пам'ятного каменю і алеї ім'я героя Совєтського Союзу, воїна-інтернаціоналіста Андрея Мельникова, чиє дитинство і юнацтво пройшли у гэтым дворі. Могилёв пам'ятає своїх героїв і шанує пам'ять про подвиг. На гэтай локації створили справжній музей під відкритим небом. Я даже, если честно, не ожидала, що все буде такого масштабу. Для мене це дуже емоціональний і як праздник, відкриття таке. И я со своими девчонками, с мужем, мама моя тоже приехала. Мы чтим и традиции, и очень гордимся, конечно же, отцом. Максимально обновить пляцовку, пятую по лику у городе, отрымалось у звязцы городских уладов и горсовета депутатов, а так само при подтримце областного выконавчего комитета. Запыт от насельництва был почутый, и теперь заняток по души может знайти каждый жихар, от мала до велика. Настроение замечательное, площадка отличная, очень весело на самом деле. Такие мероприятия проводят часто в городе, и мы ходим на них. Интересно. И поиграть, поразвлекаться, и с детьми поплясать. То есть, ну, весело. Хорошо, что сделали такие площадки. Очень много разных тренажеров. Как будете время теперь проводить? Всегда будем утром, а в обед, вечер ходить на эту площадку, заниматься, качаться. Мне очень понравилось. Эта площадка, наверное, будет моя самая любимая. Микрозона очень дружная. Мы всегда выходим дружно на уборку территории, проводим субботники, праздничные мероприятия. А сейчас у нас есть вот такое комфортное, замечательное место. Мы с жителями должны сохранить это, приумножить и приукрасить. Новая пляцовка – приклад того, как створение комфортных умов для бавления часу сгуртовывает и мотивирует быть активными жихарами своего города. Нам надо обязательно подтягивать молодежь. Потому что они прекрасно понимают, если мы заботимся о них, то они понимают, что где-то в дальнейшем они должны либо это сохранить, приумножить, ну и, конечно, где-то и порадоваться за это. И мы слышим и обратную связь, и отзывы людей. Поэтому я уверен, это хорошее начало, это хороший задел, который мы сегодня делаем в городе Могилеве. Могилёв чекає открытие еще 7 сучасных пляцовок у разных микрозонах города. А городские депутаты и улады протягивают тримать связь с жихарами, как чуть и оперативно вырешать разом наденное питание и реаговать на запыты. Кристина Кранкевич, Александр Артемьев, новина региона.